предыдущих сериях. Что ты такое? Наверное, растение. Я пришла из сна Стэнли. Все будет хорошо. Прощайте. Так что, Лекс, как нам выбраться из этой системы? Да поскорее, поскорее. Для того, чтобы мы могли улететь, Лекс должен поесть. А для этого нам в любом случае придется спуститься на одну из двух планет. Каждый раз, проходя по своей орбите между двумя планетами, Лекс пролетает через тонкий атмосферный слой между ними. Каждый раз Лекс теряет скорость и снижается. И что? А то, что очень скоро орбита Лекса станет такой низкой, что он просто разобьется, и мы все просто погибнем. Как скоро? Через 191 час. Сеф, я думал о тебе. Что именно думал? Я думал о тебе не так, как обычно. Что значит «не так, как обычно»? Кай, ты убил Ксеф? Нет, не Ксеф. Я убил принца. Как это принца? Так Ксеф была принцем, а принц это Ксеф. Да. По крайней мере, я так считаю. А где же тогда Ксеф? Скорее всего, на планете Огонь. Там, где мы ее оставили. Тогда нужно возвращаться на Огонь. И как можно скорее. Солтер Стрит Филмс и Тайм Фильмун ТВ Продюкционс VIF совместно с VIP Бабельсберг Фильм Продюкционс представляет Брайан Дауни, Ксения Зейберг, Майкл Макманус. Лекс. Третий сезон, 9-я серия. Сад. Как думаешь, она выжила? Могла она выжить? Кто? Кто-кто? Ксеф, конечно. Настоящая, не та, которая принц. Ну, принц в теле Ксеф. Возможно, выжила. Возможно, нет. Мы не можем знать наверняка. Здесь.
На песке нет следов. Значит, если нет следов, она может быть все еще в городе, так? Возможно. Если следов нет, она должна быть там. На этой планете летают на шарах. И мы не знаем, выжила ли Ксеф. Да нет, знаем! Привет, ребята. Что же вы так долго? Хочешь водички? Да. Я устал, Ксеф. Устал от того, что мы здесь застряли. Я устал быть вечным капитаном этого корабля. Я хочу найти тихое и мирное место, где мы могли бы жить. Разве это так много? Нет. Мы же уже искали новый дом, верно? Но разве мы хоть раз видели что-то маломальски приличное? Ну, выберемся мы с этой орбиты. И куда мы полетим? Что мы будем делать? Найдем мы все-таки хороший дом? Или нас сожрет какое-нибудь чудовище? Что ты хочешь мне сказать, Стэнли? Я хочу сказать о том, что вселенной света больше нет. Ты в темной зоне, а это вселенная зла, хаоса и разрушений. Может, планета Вода не так уж и плоха? Ну, послушай меня, слушай. Может быть, мы сможем найти хороший город, и нам не придется больше убегать. До тех пор, пока на нас не нападут с планеты огонь? А нас Кай защитит, правда, Кай? Пока у меня не кончится запас протокрови. И я не могу защищать вас обоих постоянно, если только вы не будете вместе постоянно. А ты защищай меня, мой жеребец! Да уж. К этому все и идет. Лекс? Да, Стэн. Лекс, я знаю, что ты ужасно голоден, но я очень прошу тебя в качестве личного одолжения. Мог бы ты как-нибудь собрать всю свою энергию и унести нас подальше из этой части Вселенной? Я не могу летать, пока не поем что-нибудь. Прости, Стэн. 790, через сколько часов орбита Лекса снизится до того предела, когда мы разобьемся? Мы разобьемся через 151 час. А сколько пищи тебе нужно, Лекс, чтобы мы могли отсюда улететь? Много, Стэн. Я не смогу лететь, пока не съем очень много. Я очень, очень голоден. Да, да. Кай. Ты сказал, что в городах на воде очень много еды. Так и есть. Но я не уверен в том, что мы успеем привезти еду на корабль до того, как Лекс сойдет с орбиты. Кай, ты сводишь меня с моей орбиты. Спасибо, 790. Что ж, время на исходе, так что решать нужно быстро. Да не знаю я, ясно? Не знаю, что решить, совсем не знаю. Знаю только то, что нужно поспать. Ясно? Вот мое решение. Я тоже хочу в постель, Кай. Ты не спишь, 790? А кто говорит, что мы будем спать? Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Любит, не любит. Любит. Привет, Лайка. Привет, Стэнли. Я скучал по тебе. И я по тебе скучала. Ты жива? Нет. Так значит... Это сон.
Да. Правда, он чудесный? Да. Да. Слушай, Лайка, я тут подумал... О чем? Ты растение, так? Да. И там внизу ты просто гладкая? Да, там внизу я просто гладкая. Значит, ты не можешь заниматься любовью так, как это делают люди. Нет, Стэнли, не могу. А может, ты проявишь воображение? А что это значит, Стэнли? Ну, понимаешь, если женщина захочет, она может доставить мужчине удовольствие множеством разных способов. Я хочу доставить тебе удовольствие, Стэнли. Отлично. Я готов. Что это такое? Я голодна, Стэн. И я хочу доставить тебе удовольствие. Джейн, это сон. Всего лишь сон. Так что, Стэн, что первостепенно? Еда для Лекса или новый дом для нас? А если и то, и другое? Придется выбирать. Знаешь, Ксав, у меня с выбором было как-то не очень. Кай, желаний у тебя нет. А что ты думаешь по этому поводу? Думаю, вы должны выбрать то, что принесет вам счастье. Это очень хороший совет, Кай. Спасибо тебе огромное. Смотри, Ксеф. Вот и куча еды. Сад нам все дает, дает. Садик наш живет, живет. Фрукты, овощи, все в цвету. Дарит сад нам всем еду. Целый день напролет сад нам все дает, дает. Может, здесь поселимся? На планете вода, много городов. И для всех мы выращиваем пищу. И сколько здесь человек? Здесь я, тюльпан и нарцисс. Пожалуй, это все. Пока что, по крайней мере. Эти корабли принадлежат вам? Корабли доставляют пищу в другие города. А что вы получаете взамен? Взамен? Ну да, вы же отправляете много еды. Разве вы ничего не получаете за это взамен? Мы просто любим все выращивать. Прекрасный сад только отдает, Ксеф. И от этого мы счастливы. Чисто из любопытства. Говорите, вас здесь трое, а мужчины здесь есть? Конечно. Где? Везде. Здесь очень плодородная почва. Еще бы. Мы здесь, чтобы насыщать и растить. Здесь все поднимается и прорастает, становится большим и сильным. Как интересно.
От этого мы счастливы. Такое счастье мне близко. Если привезти сюда всех мух, возможно, мы сможем набрать достаточно еды для Лекса. Да, возможно. Но начинать нужно сейчас. Согласен, вот только... Что? Ксеф, оглянись вокруг. Это прекрасный город. Здесь полно вкуснейшей еды на любой вкус. А люди какие милые. Куда нам торопиться? Куда? Ну, через 150 часов нам уже никуда не нужно будет торопиться. А меня это уже не волнует. Привет. Привет. Нарцисс, где ваш мужчина? Ну, везде. Где везде? Вот это мужчина, видишь? У него есть тычинка. А это женщина. Некоторые растения двуполы, но я все равно люблю их всех. Ты женщина, верно? Да. Пожалуй. Так, значит, здесь нет мужчин-людей, а только мужчин-растения. Да. Пожалуй, ты прав. Стэнли будет приятно это услышать. Мы любим мертвых. Почему? Когда что-то или кто-то умирает, мы возвращаем их в землю. Тогда они могут дать новую жизнь. Ты тоже можешь дать новую жизнь. Привет, Лилия. Мне очень нравится в вашем городе. И мне тоже нравится. Он очень привлекательный. И здесь много красивых цветов. Тех цветов, которые хочется собрать. Я тебя не смущаю, а? Нет. Ну, раз я тут уже немного освоился, хочешь, расскажу тебе о себе? Видишь ли, я простой парень, у которого есть мечты, большое сердце... и любовь к приключениям. И иногда меня сильно привлекают красивые вещи. Как цветы? Да, точно, цветы, лилии. Знаешь, но даже в самом красивом букете всегда есть цветок, который нравится больше остальных. Я понимаю, о чем ты. Всегда есть самый красивый цветок, который лучше остальных. Так и хочется его гладить, ласкать. И любить до потери пульса. Вот-вот, именно это я и собирался сказать. Правда? Да. Я так хочу полить твой цветок, Лилия. Ты мне позволишь? Конечно. Да, придется немного подождать. Эй, привет, мертвец. Как дела? Здесь нет мужчин, только растения мужского пола. Хочешь сказать, здесь только Ксеф, ты, я и три девушки-цветочницы. И все? Похоже, что все, да. Как печально это слышать. Печально для Ксеф.
здесь нет мужчин. Ты прав. Я не хочу здесь оставаться. Нет, а мне уже все равно. Я решил, ты можешь стать капитаном Лекса. А что? Я наконец-то нашел тот город, где мне очень-очень хорошо. И ты такой найдешь. Наверняка на этой планете есть то, что тебе понравится. А как же Кай? Ему что делать? Он ведь не сможет защищать нас, если мы будем жить в разных городах, верно? Кроме того, идет война. Стэн, давай возьмем как можно больше еды, вернемся на Лекс и найдем планету, подходящую нам обоим. А мне и здесь хорошо. Правда, я серьезно. Я же говорю, бери мух, вези еду на Лекс. Мне уже все равно. У меня же нет ключа. Но ты прекрасно знаешь, как его получить. Дашь его мне, будучи при смерти. И как же ты поступишь, Ксеф? Убьешь меня? Было бы не лишним. Кай? Кай? Что? Где ты? Здесь. Где? Здесь. Ксеф, если хочешь, собирай еду, вези ее на Лекс. Лети прямо сейчас, собери как можно больше мух и муховодов. Что ты делаешь? Разлагаюсь. Почему ты закопан в землю? Это естественно для всего мертвого. И сколько ты собрался лежать в земле до тех пор, пока не сгниешь? Если ты не попросишь о чем-то другом, да. Но поскольку во мне нет углерода, это займет время. Я ухожу. Куда ты направляешься? Не знаю. Куда-нибудь, где лучше, чем здесь. Тюльпан. Да. А можно мне... Я хочу кое-что тебе дать. Можно? О, да. Конечно, конечно, можно. Это нечто сочное. О, да. И сладкое. Обожаю. И влажное. Это я люблю. Мягкое. Так. И зрелое. Давай скорее начинать. Готов, 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 готов. Кусай. Я такое уже пробовал. Я хотела тебя угостить. Ну, спасибо. А больше ты ничем не хотела меня угостить? Пожалуй. Позже.
Ну ладно. Сад живет, живет, живет. Сад дает, дает, дает. Я готов. А ты? Да. Отлично. Он увеличивается. Это ты точно подметила. Я люблю, когда он растет так быстро. Очень быстро. Еще бы. Я хочу тебя. Хочу сейчас. Ты хочешь меня? О да, засеять твое лоно своим семенем. А, конечно. О, да. Вот так. Нужно делать вот так. И тогда все прорастает очень быстро. Нет, 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 нет. Я хочу, чтобы ты сделала то, что я знаю, ты тоже хочешь. Спасибо. Thank you. Спасибо. Понял. Кай. Привет, Стэнли. Как идет процесс разложения? Процесс разложения занимает долгое время. Как только в организме закончится протокровь, мое тело начнет очень медленно разлагаться на составные неорганические элементы. Вот это счастье. Для меня это несчастье. Какой же ты все-таки странный. Что прикажете мне делать? Ксеф, Ксеф, Ксеф с Битрикей. Ксеф, Ксеф с Битрикей. Ксеф, Ксеф с Битрикей. Неверно, неверно, неверно. Правильный ответ — толстая. Правильный ответ — толстая. Хорошая девочка, хорошая девочка. Хорошая девочка. Ксеф, я хочу тебя. Прикоснись снова, прикоснись, прикоснись. Ксеф, я думал о тебе. Я хочу тебя. Я хочу тебя. Сейчас. Okay.
Лили, я просто в отчаянии, понимаешь? Я сажаю семена, поливаю твой сад, пропалываю грядки. Я вообще-то делаю все, это же унижение. Все. Просто ответь на один вопрос. Ты вообще знаешь, что такое секс? Секс — это процесс, при котором мужское растение опыляет женский цветок, и рождается новое растение. А ты знаешь, что люди тоже занимаются сексом? Кто бы сомневался. Послушай, давай я научу тебя этому, а? Покажу, как люди занимаются сексом, согласна? Ты научишься, хочешь? Ну, если смогу. Так, уже лучше. Значит так. Так. Один я ничего не смогу сделать. В этом участвуют двое, так что давай помогай, хорошо? Хорошо. Значит, вот так? Что-то мне это никакого удовольствия не приносит. Я знаю, что принесет. Что же? Я подарю тебе красивый цветок. Знаешь, Лилия, вот сейчас цветы меня совсем не интересуют. Но как же так? Ведь для этого мы и растим их в саду. Для счастья всех людей. Вот если бы ты мне голую бабу вырастила, я был бы счастлив. Но цветы меня как-то не заводят. Мы наверняка можем вырастить тебе любое растение, чтобы ты стал счастливым. Понимаешь, честно говоря, ни одно растение не может сделать меня... Любое, говоришь? Любое из тех, что ты когда-либо видел. Но как? Мы возьмем это из твоих воспоминаний. Да. Отлично. Расти, сад, мечтай. Это обязательно? Расти, сад, мечтай, сад, мечтай. Расти, сад, мечтай, сад, мечтай. Пусть сад мечтает. Стэнли, пусть сад мечтает.
Прекрасный сад дает. Лайка. Стэн. Лайка. Ты мне снилась. Я очень рада, что снилась тебе. Я голодна. Нет, 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 Лайка. Я понимаю, что тебе нужен протеин, но я очень прошу тебя не есть их. Ладно? Я хочу, чтобы ты научила их ублажать мужчин разнообразными способами. Ты мне нравишься, Стэнли. Смотри, Лайка, вот это очень вкусно. Нет. Привет, Лайка. Он мертвый. Верно подмечено. Так что, как твои дела? Как обычно. Как обычно. Лайка? 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 Привет. Мне здесь нравится. And I like you. И ты мне нравишься. You do? Правда? Oh. Ты мое самое любимое растение. Я сделаю для тебя все. Ты такая вкусная на вид. Правда? Я хочу тебя съесть. Правда? Правда. Я очень голодное растение. Лишь бы ты была счастлива. Я с радостью. Ты очень красивое растение. Спасибо. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Хочу, чтобы ты была довольна. А кто же будет следить за садом? Новая цветочница. И она тоже с радостью доставит тебе удовольствие. Дотронься. Как же здесь вкусно. Ты ее съела. Да, она была очень вкусная. А вот червяки совсем невкусные, Стэнли. Привет. Я Маргаритка. Привет. Привет. А она... Новая цветочница. Новая. Ладно, понятно. Лайка. Ксеф. Что происходит, Стэнли? Ну, Лайка снова с нами, и она научит Лилию и Нарцисс, как ублажать мужчин. Ты послушаешь?
Да нет, спасибо. Я улетаю. Не улетай, Стэн. Нет, нет, Лайка. Я останусь с тобой в саду. А я заберу Кая. Забирай, конечно. Все равно ему тут делать нечего, как видишь. Ты наверняка с легкостью найдешь себе город с жеребцами и не будешь скучать в одиночестве. Не буду. Не переживай. Сад дает. Нравится. Мне очень нравится Лайка. Я возвращаюсь на Лекс. Я заберу 790, и тогда отправлюсь на поиски хорошего города на планете Вода. Пойдем со мной, Кай, прошу. Мы найдем город, где будем жить вместе. Мертвому нигде не будет места для жизни. Прощай, Ксеф. О, хорошо, хорошо. Очень хорошо. Мне нравится. И нравится Лайка. Еще, 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 еще. Ксеф, лови. Знаешь, я знаю, о чем ты думаешь. Мы многое пережили вместе. Ты, я, Кай, робот и большой жук. Да. Я попрощаюсь с Лексом от твоего имени. Спасибо, Ксеф. Я буду по тебе скучать. И я буду, Ксеф. Слушай, а может, ты найдешь городок поблизости? Будем соседями, будем летать друг к другу в гости. Да, хорошо бы. Да уж, кто бы мог подумать, когда мы все встретились на кластере, что потом все сложится вот так. Удивительные вещи с нами происходили. Я хочу тебя поблагодарить, Ксеф. Так что, прощаемся? Мне не нравится прощаться, Стэн. Но иногда приходится, к несчастью. Сегодня уже поздно, так что я улечу с самого утра. Друзья, друзья. Правда нравлюсь тебе, Лайка? Ну, как человек, а не как что-то съедобное. Да. Нравишься? Да.
Ладно, я готов. Осчастлив меня. Что? Я голодна. Ладно, конечно. Я скоро вернусь, Стэн. Готовый и твердый. Лайка, только поскорее. Твой друг тебя ждет. Вкусные. Авторы сценария Пол Донован и Лекс Джиггеров. Композитор Марси Саймон. Режиссер Брюс Макдональд.